нас сегодня поход куда? На ракету. Мы едем на ВДНХ, мы уже здесь. Мы на ВДНХ. Мы уже приехали. Впереди ракета. Ой, это наш отечественный Диснейленд. У нас сегодня павильон нефть. Нефть. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ой, смотри, как красиво. Приехали. Мы приехали. Приехали. На ВДНХ. У нас сегодня воскресный, детский, взрослый день. Говорит и показывает ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, павильон «Космос». И сегодня мы здесь, мы машем рукой нашим космонавтам, нашей Юлии Климу. И посмотрите сзади, как здорово, какой потрясающий павильон, какой купол. Останкинская телебашня. Вот, там все здорово, как классно. Какой у нас классный сегодня день, да? Да. Ну, а как ваш проходит? Воскресный денек. Ой, какая красивая женщина. А вот тут и мужчина есть. Сзади он стоит. Красивый. Все красиво. Боже, как красиво. Ой, вот. Бяу. На крыше, мы же на самой крыше. Ух ты. Здорово. Ну вот эта вот ракета, конечно, впечатляет. Ракета. Я и ракета. Космос. Это мой стиль жизни. Полет.